Наш эфир продолжает программа Леона Вайнштейна. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну что, наверное, надо сказать несколько слов о визите президента Трампа в Англию, ну и о мероприятиях, посвященных 75-й годовщине. Да, конечно. Значит, кроме того, что это, ну, как бы, так сказать, совершенно обязательное мероприятие, потому что действительно американцы, что называется, не обязаны были посылать своих ребят спасать европейцев. Ну, так оно бы продлилось подольше, ну, так, так сказать, больше людей бы убили. А американцы должны были рисковать своими жизнями. А Германия на Америку не нападала, Япония напала, с ней, так сказать, расправлялись в свою очередь. Но, тем не менее, Америка решила, что она совершенно необходимо избавить мир от того кошмара, который называется гитлеризм, или там нацизм, или фашизм, или что-то такое. И вот 75 лет тому назад было положено начало тому, что спасло половину Европы сначала от гитлеризма, а потом эту же самую половину Европы спасло от сталинизма, или там, называйте как угодно его, так сказать, полуразвитого коммунизма, недоразвитого социализма, не знаю все равно, как он называется. Поэтому, вот, как я уже сказал, с одной стороны, так сказать, мы эти даты отмечаем, и как сказала королева во время этой церемонии, королева английская, имею в виду, естественно, она думала, что, значит, вот 70-летие – это будет последняя дата, потому что, так сказать, все уже, кто в эту войну, так сказать, принимал участие, они уйдут, но, говорит, к счастью, какое-то, значит, количество все-таки людей из этого боевого и героического поколения еще осталось живо, и не просто живо, но может говорить, выступать, приехать туда, их, естественно, собрали в Лондоне. Вот. Теперь, значит, кроме ну, скажем, так сказать, вот, чествования этих людей и нашей победы над фашизмом, у Трампа, потому что он нас интересует в первую очередь, было еще две задачи. Одна внутриполитическая, а другая внешнеполитическая. Значит, внешнеполитическая такая немножко странная. Он должен был показать, что он не носорог. Значит, что я имею в виду? Европейские средства массовой информации настолько заигрались в описаниях Трампа как какой-то, так сказать, жлобяра, который, я не знаю, там жует резинку, у него слюна течет, у него рог где-то там растет сбоку на голове, он все время говорит какие-то кошмарные страшные вещи и делает ужасные вещи, и вообще, так сказать, о боже мой, что случилось, как же так, вот люди выбрали такое кошмарное чудовище, носорога. Вот. А, значит, как результат его визита, несколько крупных изданий написало, я сейчас пытаюсь сформулировать, сказать, как вообще сделать, что они написали. Они написали, что самый большой шок от приезда Трампа был в том, что не было никакого шока или шоков от приезда Трампа. Он нормально, для нас совершенно нормально, но для них казалось, как вот этот вот кошмарный человек, оказывается, он нормальный, вроде бы даже умеет себя вести, он хорошо себя вел, он прекрасно общался с королевой, очень уважительно, он говорил какие-то вещи, которые положено говорить в эти моменты, и они, видно было, что он говорит их от сердца, и имея это в виду. С ним приехала прекрасная, красивая женщина, которая сама имеет достаточно высокий IQ, если не ошибаюсь, разговаривает то ли на 5, то ли на 6 языках европейских. Он произнес несколько прекрасных речей, вел себя на всех разговорах, всех переговорах и прочее, как человек, который отвечает за свою деятельность, отвечает за свои слова и тому подобное. То есть, вот был шок от того, что не было шоков, еще раз это говорю. И это была одна из важных внешнеполитических задач Трампа. Не знаю, так сказать, дело сознательно или нет, но человек интуитивный, и поэтому я думаю, что достаточно сознательно. Вот. А вторая была задача, это на нашем внутреннем политическом рынке показать, что он руководитель нашей страны, что он, как любят здесь говорить англичане, американцы, английский язык, presidential, то есть, опять же, так сказать, здесь писали газеты, не те, которые совершенно просто
так сказать, шельмуют постоянно Трампа и ненавидят его, да, а какие-то нормальные более-менее, что Трамп выглядел очень presidential, что он presidential, что он абсолютно нормально общается с руководителями мировыми, да еще и выглядит и звучит намного лучше их всех. То есть как бы он звучит не только более рационально, мы знаем это, но еще и правильно с точки зрения тона, рассуждений, логичности и тому подобное в том, что он говорит, что у них эмоции в основном, а у него логика какая-то и беспокойство о своей стране и о мире. И еще он сказал замечательную вещь, когда его спросили, о чем бы вы мечтали, что бы произошло, вот что такое вот вы видите во сне, что произошло с Америкой. На что он ответил, я мечтаю, чтобы Америка жила в мире. Значит, овации ему аплодисменты за это. Теперь значит, результаты всего этого. Как только он уехал за границу, демократы совершенно распоясались и решили, что раз он, значит, не здесь, то можно говорить все, что угодно, а обратно не получит. Ну, Трамп себе выдумал Твиттер. Не он выдумал Твиттер, а он выдумал себе Твиттер, с помощью которого он может немедленно отвечать и доносить свою точку зрения напрямую, там, да, там, не помню, сколько у него, 40 миллионов человек, 30 миллионов человек подписаны там в Твиттере. Плюс немедленно, естественно, все газеты тиражируют все, что он говорит, пусть с отрицательными заголовками, но все равно народ выясняет, что он сказал. Поэтому он немедленно и быстро реагировал как с помощью Твиттера, так и интервью на Фоксе, там, и британских всяких изданиях на выпады типа, значит, давайте не будем ему делать импичмент сейчас, а давайте дождемся, значит, пока его, не, так сказать, выгонят из Белого дома, и тогда будем его садить и посадим в тюрьму. Вот. Значит, очень хорошо, когда человек произносит речь насчет 75-летия нашей помощи Англии и напоминает Европе о том, что, ребята, мы не только вам помогли избавиться от фашизма, мы еще сюда кучу привезли денег, кучу народа, кучу знаний, передали их вам и помогли вам жить той хорошей жизнью, которую вы живете, потому что иначе вы бы как Восточная Германия прозябали бы. Но нет, мы встали и, что называется, не сделали вас колонией, хотя могли бы, оставить наши войска, чтобы вас защищать, а не чтобы вас угнетать. И вот в этот самый момент обсуждается вопрос насчет того, значит, не посадить ли его в тюрьму. Поэтому, вот с моей точки зрения, каждую минуту, когда что-то такое происходит, люди, которые пусть даже не следят за политикой, как мы вот сделаем сейчас, да, по долгу службы, что называется, а которые просто слышат отголоски, они говорят себе, господи, боже мой, человек говорит речь о том, как здорово, что у нас была кооперация, как здорово, что мы взаимодействовали, как здорово, что мы победили фашизм, как здорово, что мы победили коммунизм, так сказать, продолжаем пытаться его побеждать, да? А в это время здесь обсуждается, значит, в этот самый момент, как вставить ему, значит, нож между лопатками, значит, чтобы весь мир писал о том, что его вообще надо в тюрьму сажать. Вот. Так что, с моей точки зрения, как человек, который за Трампа, была прекрасная поездка и прекрасная, так сказать, месседж, так сказать, из этой поездки произошел. Спасибо. А телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. Вот интересно, министр иностранных дел России давал интервью какому-то российскому изданию и сказал, что Джон Керри, будучи министром иностранных дел США, на самом деле approval аннексию Крыма. Единственная претензия, которую потом он высказывал, выступая, это было, чтобы они провели повторный референдум, чтобы, так сказать, я не знаю, насколько можно верить Лаврову, но довольно любопытное заявление. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, у меня вопрос как бы такой общий, и я даже готова извиниться заранее за этот вопрос. Но в то же время, вот посмотрите, я бы хотела узнать, такое ли было когда-нибудь в истории то, что происходит сейчас. Посмотрите, левые, да, они все так объединились. Больше того, во всех странах, цивилизованных, будем говорить, под их контролем средства массовой информации, институты образовательные, юридическая система во многом, особенно средства массовой информации, потому что то, что происходит, это, конечно, просто зашкаливает. В то же время, как только посмотришь на правый лагерь, у которых, в общем-то, правда в руках, которые могут как бы вот действовать так, как наш президент Трамп,
Они все так разобщены, каждый тянет одеяло на себя, и нет личности такой, которая была бы достойна, так сказать, ну что, вот эта вот личность, которая действительно может возглавлять эту партию и может привести к победе какой-то. Потому что один Трамп, такое впечатление, что один Трамп, ну да, конечно, республиканцев, в принципе, там много хороших у нас, например, да, но... Посмотрите на Израиль и так далее. Короче говоря, было ли когда-нибудь в истории, чтобы левые так объединились, потому что они как бы дают последний решительный бой всей нашей цивилизации, всему нашему образу жизни. И в то же время правые вот такие разобщенные. Спасибо. Ну, а, значит, несколько ответов. Первый ответ, левые не были никогда так объединены, просто потому что левых не было. То есть они на самом деле появились не так давно, исторически. Так сказать, наша цивилизация существует, ну, по крайней мере, 65 сотен лет, 6500 лет, да? Вот. А то, что мы говорим левые, появилось там 100 лет тому назад. А во-вторых, когда ты внутри чего-то, тебе кажется, что противоположный лагерь, он объединен, а твой лагерь разобщен. Нет, в лагере демократов, если мы говорим сейчас про Америку, мне легче говорить про Америку, чем про мир, потому что я про это немножко больше знаю, еще более разобщен, чем лагерь значит, республиканцев, потому что единственное, что их объединяет, это ненависть. Это хорошее, так сказать, объединение, я сейчас не иронизирую, хорошо объединять людей на ненависти на какой-то промежуток времени, но ненадолго. Потом, так сказать, ненависть, она как бы, так сказать, вот она очень вытаскивает душу. А надо бы одновременно начинать строить что-то к мозгалку людей, что положительное. Вот это вот мы ненавидим Трампа, да, так сказать, Трамп, трампизм, трамписты, там, так сказать, непонятно, что это такое, но ненавидим, да. Вот. А мы вот за такое. И вот за что они никак не могут договориться, потому что так называемое левое крыло, или там ортодоксальные, так сказать, социалисты, демократические. Как, что такое демократический социалист, не понимаю, это масло масляное, да? Вот. Они не могут договориться с теми, кто называет себя умеренными. С нашей точки зрения, они все, так сказать, давно неумеренные, но у них существует очень много градаций. Смотрите, что происходит на выборной системе. Значит, Байден, который, по-моему, единственный, представляет так называемое умеренное, так сказать, демократическое некое, так сказать, общество, он с одной стороны, а с другой стороны там 24 человека, которые представляют значительно более прогрессивные, как они себя называют, а с моей точки зрения, так сказать, просто совершенно сумасшедшие какие-то идеи, которые оттуда приходят. Значит, они передрались до того, что Нэнси Пелоси, которая всегда потрясающе умела управлять, так сказать, этим вот, так сказать, делая из этого стада некое подобие марширующей колонны, ничего сделать не может. Там уже такие трещины, при которых совершенно, так сказать, я не к тому, что они не будут голосовать друг за друга, будут. Значит, но на данный момент они не могут никакой резолюции выпустить. Они даже не могут договориться о том, хотят они импичмента или не хотят. Потому что одни из них орут немедленно импичмент, боятся, что их не переизберут. Если они не сделают импичмент, не будут пытаться делать импичмент. А другие говорят, никакого импичмента, потому что боятся, что их не переизберут, если, не дай бог, начнется вся эта процедура импичмента. Вот. То, что происходит в демократической партии, это полный раскол, раздрай, ненависть значительно большая, чем между демократами и республиканцами. Вот. Теперь, чтобы просто закончить этот ответ, в мире всегда проходили какие-то движения. То это были крестовые походы, то, так сказать, мусульмане объединялись и завоевывали Испанию, там и полмира Пиренеи, там и тому подобное, строили халифат. То что-то еще. Просто по левому принципу они, может быть, не объединялись. Был интернационал, вот этот самый демократический, как он там назывался, там, социалистический интернационал, который потом Ленин разгромил, разделив его на два. Вот. Так что нет, я не думаю, что есть какая-то... Человек, он человек, уже, так сказать, несколько тысяч лет проявляет одни и те же самые качества. А самое главное, это обучение забрать из рук демократов, либералов, это самое, перевести это в какое-то ваучерное обучение. Все школы начнут бороться за рынок, начнут делать то, что нужно рынку, и перестанут индоктринировать наших детей. Давайте попробуем следующий звонок принять. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Значит, меня зовут Леон, я из Торонто. Пару у меня вопросов. Ну, первое — это замечание. Когда вы говорили о D-Day,
Вы забыли упомянуть Канаду. Канадские солдаты точно так же участвовали в операции, гибли и все такое прочее. Это раз. А второе, по поводу дискуссии, которая была у вас с девушкой, адвокатом, юристом. Вы понимаете, она очень неаккуратно говорила. Она, например, утверждала, что рынки пошли даун. Рынки как раз в этот день, и, по-моему, даже в предыдущий день, не даун пошли, а вверх. И Dow Jones, и NASDAQ, и S&P. Вот, это два. И третье, когда она защищала иммиграцию, я полагаю, вы не подскажете, она, вероятно, иммиграционный адвокат. Она этим тоже занимается. Что вы? Тоже занимается этим. Да. И я утверждаю, что те силы, которые выступают за иммиграцию, вот, нелегальную в том числе, не против нее, это в частности адвокатура, которая очень хорошо зарабатывает, опять-таки, со счет бюджета, за наш с вами счет, ну, у вас свой американский, у нас канадский, у нас похожая проблема. Вот. Так что вот эти вещи я хотел сказать. Значит, что она была очень неаккуратной в этих... А так, огромное спасибо вам большое и Леону Вайнштейну. Всегда с удовольствием вас слушаем. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, я не знаю даже, с чего начать. Давайте, наверное, уж коль скоро мы коснулись темы иммиграции, то, может быть, поговорим о тарифах, о которых объявил президент Трамп, и о последствиях. Уже есть какие-то движения, есть информация. Да. Ну, во-первых, давайте в двух словах поговорим о том, почему он это сделал. Трамп пытается всеми силами закрыть дырку, которая называется, значит, южная граница Соединенных Штатов Америки. Дырка огромная, залатать ее, так сказать, набегами невозможно, то есть нужно делать что-то для того, чтобы люди не шли толпами, тысячами, десятками, сотнями тысяч к нам в страну, те самые люди, которых мы не знаем, кто это, что это, с чем они идут, кого они с собой ведут, зачем они сюда идут. Даже если они идут честно и просто работать, все равно нам не нужно такое огромное количество людей, которые ничего не умеют, не умеют компьютером пользоваться, не умеют на станках работать, ничего не умеют. И обучить их жутко сложно, потому что они никогда ничему не обучались. А люди, которые не говорят по-английски, которые отбирают работы у тех, кто, так сказать, уже американец, либо, так сказать, их же испаноязычный или какой-то еще, либо, так сказать, англоязычный, но не учился, не может, не умеет, не хочет, не знаю там. И оказался в той, в общем, так сказать, группе людей, которые исполняют очень простую и очень, естественно, дешевую работу. Им очень мало за это платят. Так вот, значит, я уже приводил этот пример, скажем, так сказать, приходит ко мне садовник и хочет, я не знаю, там, $10 в час. А подходит другой, который пересек границу незаконно, и говорит, я готов за $5 это делать. Что мы все делаем? Говорю, окей, давай, так сказать, бери за $5. Он пришел, начал эту работу делать, но тот, который американец, он же теперь, ему работы нету больше. Значит, что он делает? Он, естественно, так сказать, идет в какой-то офис, там, безработицы или чего-то еще, и из моего же кармана теперь ему за то, что ему, так сказать, не найти работу, платят там еще $5, да, так сказать, я уже теперь плачу ровно столько, сколько я бы платил, если бы ему давал деньги. Но дальше начинается свистопляска. Вот этот, который у меня работает за $5, он еще привез кучу, так сказать, своих детей, семьи и прочее, и мы за всех них платим. И они стоят мне еще $5. То есть, я думаю, что значительно больше, но, например. И уже теперь вместо, что называется, американцу платить $10, из моего кармана вынимается 15, еще неизвестно, сколько еще будет вниматься. То есть мы делаем абсолютно идиотские вещи. Мы пускаем сюда огромное количество людей, которые мало того, что не могут сами устроиться, так сказать, нормально, да, живут в болезнях, привозят сюда какие-то болезни, мы должны их лечить, их детей обучать, помогать им там в госпиталях там и тому подобное, вот, но мы еще обезвоживаем, что называется, жизнь наших собственных американцев. Теперь, значит, Трамп все время пытается каким-то образом решить эту проблему и сделать нерегулируемую иммиграцию. Не против иммиграции, как и все мы. Очень хорошая иммиграция – это прекрасная вещь. Но только если это то количество людей, которые мы можем принять, и те люди, которых мы хотим сюда принять. И вот, значит, Трампу все время блокируют из-за существующих законов, блокируют все инициативы, которые он пытается сделать для этого.
А законы блокируются демократами. Они не хотят принимать никаких законов. Да? Значит, все время все, что он делает, либо Конгресс, либо суд останавливает это. Значит, очередная попытка Трампа что-то сделать, это надавить на Мексику. Как надавить на Мексику? Сказать, сначала он сказал, я закрою чертой бабушкой границу. Ну, блефовать не надо такими вещами. Вот, он решил поблефовать, но перепугал всех совершенно до смерти. Тогда он сказал, окей, я не закрою границу. Я наложу, значит, на мексиканские товары медленно, значит, по 5%, значит, 5% с понедельника, потом через месяц еще 5%, еще, пока не дойдет до 25%. Чем, естественно, он, так сказать, разорит половину Мексики, потому что тут же начнутся какие-то другие поставщики, которые начнут пробивать дороги в Соединенные Штаты Америки, вместо Мексики посылать сюда свои вещи. Это займет время, мы будем больше платить, это принесет нам определенный урон, да? Но Мексике это принесет полное разорение. На это Трамп и рассчитывал для того, чтобы, так сказать, поставить их в положение, при котором они специально пропускают через всю свою страну, значит, миллионы уже теперь эмигрантов из стран, которые за ней находятся, Венесуэла и тому подобное, Гондурас, и, значит, заставить их не пропускать этих людей. Не будете пропускать, не наложим тарифы. Так вот, значит, Мексика перепугалась, естественно, и правильно же перепугалась. Но демократы делают все возможное, чтобы испортить эту историю, потому что они пытаются уговорить Мексику, подождите чуть-чуть, и мы зарубим, мы, так сказать, не, мы, так сказать, сделаем там отмену этого самого распоряжения, мы пойдем в суд, мы то, мы все, то есть не волнуйтесь, все будет хорошо. Значит, и все будет продолжаться с миллионами людей, приходящими сюда, а Трампа мы ничего не дадим словить Трампа. Так что, по крайней мере, мексиканцы уже приехали сюда с предложениями и говорят, давайте мы 6 тысяч наших солдат поставим там на границу, будем не пропускать, будем делать то, будем делать все. Ну, посмотрим. Я думаю, что это их первое предложение. Вполне возможно, что будет второе и третье. Правда, если, так сказать, они будут, Трамп будет их давить на что-то сложное, они могут подумать, ладно, давай подождем чуть-чуть там месячишко и посмотрим, что в Америке будет происходить. Иными словами, демократы опять делают плохо стране, для того, чтобы сделать плохо Трампу. Ну, а мы, наверное, перейдем к теме расследования расследователей. Очень, я смотрю, периодически появляется любопытная информация вот по поводу того, как прокурор Дюрам проводит расследование, интервью генерального прокурора Барра. И, похоже, это вызывает, вот это расследование вызывает буквально истерику в рядах демократов, потому что, ну, похоже, что кольцо сжимается. Ну, вот что меня на самом деле очень удивляет, действительно удивляет. Скажем, так сказать, когда возникло подозрение, история, вброс о том, что Трамп якобы с Кремлем, с Путиным там имел дело, те ему помогали и тому подобное, то люди, не имея никакой информации, просто потому что это было, так сказать, ну, ужас какой, неужели такое возможно, требовали расследования, абсолютно оправдывали любые меры для этого расследования. Практически 2 года, пока, так сказать, уже всем было понятно, что ничего нету, но все равно писали и говорили, вот Мюллер сейчас выйдет, и вы увидите. Значит, вот вышел Мюллер, увидели, нет ничего. Теперь, значит, теперь пытается те же самые, как бы, так сказать, наши правоохранительные органы выяснить, а кто, собственно, начал всю эту историю, почему он начал эту историю, каким образом так получилось, что одновременно раскручивалась история с Хиллари и с Трампом, но с Хиллари общались совершенно фантастически не так, как мягко и не так, как обычно, так сказать, прописано в том, как должны вести себя сотрудники ФБР или сотрудники Минюста. Вот. А с Трампом наоборот, так сказать, тоже действительно совершенно не так, как написано, но явно в другую сторону. Почему это происходило? И вот те же самые люди, которые говорили, да, нам необходимо расследовать, нужен ответ на эти вопросы, очень хорошо, если это окажется неправдой, но мы должны знать правду, они почему-то сейчас говорят, ни в коем случае ничего не расследуйте, потому что это обман навет, и ничего такого быть не может. То есть какой-то такой даже не двойной, я не знаю, там тройной, четверной вроде стандарт получается, да? А, вот. Ну а насчет
того, что происходит, действительно, мы имеем три, даже четыре расследования на сегодняшний день. Точно так же, как и у Трампа было три-четыре расследования. Одно из них идет внутри самого Министерства юстиции, то есть генеральный инспектор ведет только конкретно про их внутренние дела, что делалось у них, кто что знал, кто чего не знал, там, кто что говорил и тому подобное. Вот. Второе ведется в Вашингтоне и генеральным прокурором Арканзаса, который занимался и вроде бы должен заниматься... он занимался несколькими вещами, но ему оставили один кусок, и он занимается фондом Хиллари Клинтон и всем связанным с деятельностью получения денег там, и тому подобное, фондом и Биллом, который получал какие-то немножко странные суммы за свои там 40-минутные выступления в Москве, скажем, да, в каком-то банке, там, сколько там, не помню, 700-800 тысяч долларов за 40 минут, непонятно перед кем, непонятно зачем, и не очень понятно за что. И вот это вот хотелось бы выяснить, за что, собственно, он получил, и что произошло после того, как он получил эти деньги. А третье и главное расследование ведется вот как бы под эгидой Барра, генерального прокурора, назначенным, специально назначенным прокурором, нет у него статуса, но он просто назначен Барром, Дором, который пытается объединить все эти расследования и взглянуть более широко на то, что происходило, уже теперь не отдельно, Клинтон, не отдельно там внутри того, что происходило в Минюсте, не отдельно Трамп, а объединить все это вместе и понять, кто был замешан, каким образом. И, естественно, все время начинают выскакивать, кстати, поразительно, но нету сливов в прессу. Но замечательные журналисты, скажем, из The Hill, Соломон там, и целый ряд других, все время вытаскивают какие-то интересные подробности то о Байдене, то об Украине, то о том, что происходило здесь, то о Ор. Значит, помните, Брус Ор, а его жена Нелли Ор работала в той самой организации, которая копала грязь на Трампа. Причем она отвечала за накапывание грязи на Трампа, и ее муж Брус Ор вроде бы, как мы сегодня подозреваем, значит, был связным между, значит, правительством, читай, ФБР и людьми Хиллари Клинтон, и вот этим самым Стилом, который сам говорит, что он ничего не проверял, ничего не знает, он просто передал, так сказать, информацию, которую получил. И сейчас он будет еще, так сказать, подняв руку в Англии, рассказывать людям Дорама насчет того, что действительно он знал, когда он это узнал, какую информацию он передавал. И я думаю, что, что называется, врать он не будет, его не спросят, он не будет. Кто знает, где спрашивает, да? Но ему пытаются задать все возможные вопросы, и я думаю, что вряд ли он будет врать и скрывать, потому что, если не дай бог, то никогда в жизни он никакой работы больше не получит, а его работа зависит от связи с миром, так сказать, вот такой разведок, скажем так, да? Вот. Так что все это происходит, все это интересно, все это я с ужасом жду, потому что, с одной стороны, мне очень хочется, чтобы выявили и наказали, а с другой стороны, я в ужасе от того, что в Америке могло происходить, что силовые агенты, силовые ведомства объединились для того, чтобы не допустить кого-то до президентского места. Это ужасно. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Я могу говорить? Говорите. Я, окей. Добрый день, Леон. Добрый. У меня вопрос немножечко не по делу, но все-таки Израиль меня сильно волнует. И сейчас без конца брякание оружием, Иран, кто-то грозит, туда-сюда. Я вспоминаю лет 10-15 назад, высказывался, что якобы вот-вот-вот будет атомная бомба у Ирана. Так тянет уже лет 10-15, так и бомбы не было. Но самое интересное, что во время еще Буша один... наш слушатель, Борис его имя было, я его давно не слушаю, он высказался, что мы так планькаемся с этим Ираном. У них протекают две речки, Тигр и Ефрат. Подрыв их коммуникации, они сожрут друг друга, они забудут вообще про жизнь на земле. Исчезнет Иран, страна. Насколько это правда, почему я вас спрашиваю? Потому что вы все-таки в Израиле много лет прожили. Я с удовольствием послушаю вас по радио. Спасибо за вопрос. Сначала я хочу сказать, что я совсем не специалист в военных действиях
против кого бы то ни было, я принимал участие в военных действиях, и человек, которому говорили, выезжай на эту позицию, нацелься туда, ты нажимай на кнопку. Вот. Но теперь, так сказать, никто же не будет нападать на Иран. То есть, ну как бы для того, чтобы что-то такое сделать, надо взять там, вылететь, бросить туда какие-то бомбы, я не знаю, там чуть ли не атомную бомбу. Не будет Израиль этим заниматься. Израиль держит атомную бомбу для того, чтобы никто не сунулся, а не для того, чтобы ее бросать на каких-то людей. Кроме того, что называется, начнешь атомную войну, закончишь жизнь человечества на Земле. Так что я не вижу такой возможности. Насчет того, что Иран... Нетаньяху говорил, что у Ирана будет атомная бомба. Конечно, у них будет атомная бомба. А вопрос заключается в том, чтобы так поставить их в такое положение, чтобы им не хотелось ее делать, эту атомную бомбу. Именно этим Трамп и занимается, а Европа и правительство, значит, предыдущее, так называемое Обама-Байден. Значит, раньше говорили Обама, но Байден очень любит повторять, что это Обама-Байден. Значит, они сделали все возможное для того, чтобы с одной стороны укрепить иранскую экономику, и когда она укрепится, вот тут мы даем им возможность сделать, так сказать, получить бомбу, и тогда уже, так сказать, остановить их будет практически невозможно. Ну, сложнее намного, да, как с Северной Кореей сейчас происходит. Если 30 лет тому назад делали то, что делает сегодня Трамп, то все было бы в порядке. Не было бы никакой Северной Кореи, не было бы у них ничего такого, чем они могут сегодня разбомбить Сеул и убить 15 миллионов человек. Будем надеяться, что бомбы не полетят, будем надеяться, что режим поменяется, или, по крайней мере, он придет к выводу, что не надо помогать террористам, не надо делать атомные бомбы, а надо, так сказать, молиться Богу и, так сказать, мечтать о следующей жизни. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. У меня, знаете, есть такая просто пикантная, так сказать, подробность к тому, что вы говорили про Клинтонов и их состояние, да. Вот за то время, пока она была Secretary of State, ее благосостояние увеличилось на 150 миллионов. То есть это не фонд ее, а ее личное благосостояние даже, нет. Причем. То есть она вот этот вот сервер уничтожила и имела этот не защищенный сервер именно для того, чтобы вести все эти разговоры, переговоры и для того, чтобы выкачивать деньги с ее с ее покровителей, которые ожидали, что она может быть в конечном счете президентом. Спасибо большое. Я, честно, просто не знаю, наверное, так сказать, данные существуют, насколько, так сказать, изменилось благосостояние Билла и Хиллари за то время, что она была, значит, госсекретарем. А я понимаю только следующее, что вот та информация, которая была на серверах на этих, она никуда не исчезла. То есть она, может быть, с ее сервера, с ее компьютера была вытравлена специальной программой дорогостоящей, и чипсы на телефонах были разбиты там и тому подобное. То есть она на самом деле преступница. После того, как ей сказали судебным порядком привести собственные документы определенные, она взяла их и уничтожила. Да? Вот. Но я сейчас не об этом. Значит, представляете себе, что, значит, мы уже знаем, что китайцы залезали и копировали ее сервер. Я почти уверен, что русские, северокорейцы и иранцы делали то же самое. Но даже если только китайцы. И там есть то, чего она очень бы боялась, чтобы как бы узнали здесь в Америке. То есть на самом деле, вот та самая ситуация, про которую демократы жутко боялись с Трампом, что, мол, Трамп сделал что-то такое когда-то, что даст возможность, ну, скажем, так сказать, русским, да, Путину, там, Кремлю, его шантажировать, и у нас будет президент, который будет делать что-то для других стран в ущерб нашей стране, по подсказке и по принуждению, то вот то же самое не может быть, а мы теперь 100% знаем, что эта информация есть у китайцев, возможно, у каких-то других людей тоже. Вот. И что значит, если ей так нужно было срочно это уничтожить, значит, там есть что-то такое, чего очень не надо показывать американской общественности. Значит, вот эта моя ситуация, она есть с Хиллари. То есть, если бы, не дай бог, Хиллари стала, значит, нашим президентом, то все, она бы была полная марионетка в руках кого-то, скажем, Китая. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемый Леон, я сейчас, не сейчас, но там сегодня немножко раньше слушала одного украинского журналиста-блогера, и вот он
ну, как бы комментируя, конечно, со своей точки зрения, это не так, как мы на это все смотрим. Но он сказал, что, мол, Трамп сейчас хочет заключить новое соглашение с Ираном, а, мол, его советники привели его, ну, на, в такое состояние, что вот обязательно должна начаться война. Но Трамп не хочет, он хочет, чтобы заключить в пользу, больше в пользу Америки, ну, я так понимаю, в пользу нормального мира, а чтобы не могли не поддерживали своих этих Хизбаллу и Хамас и так далее, чтобы не поддерживали терроризм, чтобы не было... Извиняюсь, можно я вас прерву на одну секунду, хорошо? Вот... я очень хочу узнать, на каком из заседаний внутри Белого дома этот блогер присутствовал, что он нам все это рассказывает? Это его фантазия. Спасибо. Абсолютно. Спасибо. Да. Короткий ответ получился. 847-400-5200. Возвращаясь к теме расследований, вот уже есть информация, и многие, во-первых, адвокат Трампа, не Майкл Коэн, а тот, который встречался с Мюллером, говорит, что... То есть есть факты, подтверждающие, что Мюллер в своем докладе отредактировал некоторые транскрипты разговоров между адвокатами, причем явно для того, чтобы Трамп выглядел в чем-то виноватым. И это говорят люди, которые давали показания там или так далее. Говорят, что в докладе, в доклад это вошло либо отредактировано, какие-то моменты, которые доказывают невиновность Трампа, были опущены. А что-то... Знаете, я готов согласиться и понять, что они селективно брали куски. Я не могу поверить, что что-то было изменено, потому что понятно было, что вся другая сторона начнет тут же с увеличительным стеклом рассматривать каждую запятую. Вот. И нормальные люди сегодня, после того, как дают транскрипт, им посылают его, и они заверяют, что, ну, скажем, так сказать, юрист Белого дома не такой мальчик, который бы сказал, вся что угодно, так сказать, да. Да. Он, во-первых, либо он писал свое с полного разрешения Мюллера, либо они обязаны были бы представить ему транскрипт на его утверждение. То есть никто ничего не менял. То, что опустили куски, да, поверю. То, что вставили то, что порочит, и не вставили то, что как бы оправдывает, тоже поверю. Потому что вообще всегда очень удобно взять, скажем, убрать начало фразы и оставить только ее конец. Ты не соврал, но только прям противоположный смысл получился. Но я не верю, что они даже это делали. Ну, я на самом деле... Да, конечно, они набирали материалы для того, чтобы сделать гадость. Мюллер пытался из того, что он не может, ну никак не может обвинить ни в чем президента, сделать интригу. И он ее сделал. Он добился всего того, что хотел. То, что он против Трампа, естественно, если бы он не был оголтело против Трампа, то он бы сказал ни здесь, ни там, не увидел никаких обоснований для того, чтобы это самое. Вот. А говорить... Тут я не увидел, а тут я не знаю. Не знаешь, значит, что? Значит, есть или нету? Вот ответь мне на вопрос. Ты судья, да, в данном случае он выступает как некий судья. Вот у меня есть материал. Подавать в суд на человека или нет? Ой, я не могу этого решить. А кто ты такой? Что ты вообще делал здесь, если ты не можешь решить? Что значит ты не можешь решить? А, он решил вылезти и сказать, а я не могу решить, потому что президента вообще нельзя было. Нет. Тогда ты бы сказал так. Если бы президент не был бы президентом, то вот раз, два, три, четыре, восемь. И он виноват. Но так как он президент, мы ничего сделать не можем. Спасибо большое. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А меня в этом деле интересует судьба Розенштайна. Я понимаю, что у него будет хорошая судьба. Но именно он же назначил, и именно он же все это затеял. И вроде как он выходит сухим из воды. Спасибо. А мы не знаем, кто затеял. Мы не знаем, выходит он сухим из воды или не выходит. Мы не знаем, что он обещал сдать и показать, чтобы, так сказать, выйти сухим из воды, если такое есть. А мы знаем только одно,
что, ну, скажем, так сказать, в конце своей деятельности он всячески пытался показать, что, значит, он очень рад, и что президент ни в чем не виноват, и вот он присутствовал, сидел рядом с баром, и он никогда не сказал, что у меня было, скажем, он мог бы сказать, знаете, у меня было много сомнений по этому поводу, но потом я все-таки решил, что вот старшие товарищи, они лучше меня знают, да, ничего подобного не было. Он полностью поддержал позицию Барра, стоял рядом с ним, так сказать, качал головой, на все вопросы отвечал, все сказано уже в том, что мы сказали, и тому подобное. То есть мы ничего не знаем. Мы не знаем, может, никогда и не узнаем. Да? Единственное, что мы знаем, факты. Он поехал с президентом, с Мюллером, о чем-то они поговорили. Президент говорит о том, что он пытался сватать Мюллера в качестве руководителя ФБР. А Мюллер говорит, ничего подобного. А, все может быть. Значит, после этого они приехали, и на следующий день, или через день, значит, назначен был Мюллер вот этим самым Родом Розенстайном для того, чтобы быть специальным прокурором. Больше мы, на самом деле, ничего не знаем. Скорее всего, не узнаем. Во всяком случае, полной правды мы точно не узнаем. А есть у меня подозрение. Может быть, очень хорошо. Да. А на границе, ну, демократы как бы признали гуманитарный кризис на границе. Да? То есть, ну вот. Да. Да. Кризис есть, но не с теми словами он должен быть определен, как им говорит Трамп. То есть, да, гуманитарный кризис. Они все равно. Есть кризис, надо срочно что-то делать. Как ты его называешь? Ты его называешь кризис гуманитарный, или кризис приграничный, или кризис иммиграционный, или кризис пумперникель. Это название хлеба немецкого. Все равно, важно, что есть кризис. Это как называть социалисты. Социалисты национальные, социалисты интернациональные, социалисты демократические. Да перестаньте глупости говорить. Они социолюги, они хотят у вас отобрать и разбазарить это. Так вот, на сегодняшний день, как по сообщениям руководителей пограничной службы, 60% пограничников заняты не охраной границ, а бобиситингом. И нет средств, нет ресурсов, ничего нет. И признавая, так сказать, громогласно о существовании гуманитарного кризиса, тем не менее Нэнси Пелоси заблокировала выделение 3,3 миллиарда долларов для Health and Human Service, которые предназначены были как раз для решения этих проблем. То есть койки для детей, постели для детей, дайперсы для детей и так далее. То есть не на строительство стены, а для того, чтобы как-то в человеческом... Ну да, какие там 3 миллиона на стену? Пусть, конечно, это не деньги. Нет, а дело в том, 3,3 миллиарда долларов. Да. А чем занимается Конгресс, то есть чем занимается Демократическая партия, потому что это ее орган сегодня, да? А Конгресс, Демократическая партия занимается следующим. Мы будем бить по нашему собственному телу Америки ножом для того, чтобы плохо было Трампу. Не важно, что плохо всей стране. Но это как бы фигурально выражаясь, а на сегодняшний день уже буквально одна женщина, которая сказала, что она устала наблюдать Трампа в Белом доме, она больше не может терпеть, что президентом страны является Трамп, и она себя несколько раз ножом ударила, просто проткнула. Да. Ну да, чтобы Трампу было хуже. Да. А можете себе представить, что вот с этими людьми будет после того, как Трампа переизберут в 2020 году? Я думаю, нам нужно построить, ну, тысячи психбольниц. Не-не-не, это очень-очень хотят этого фармакологические компании, потому что Прозак, продажа Прозака удистерится. По-моему, его и так уже едят ложками в Конгрессе. Да, вот есть уже большими такими, поварёк. Жуть. Леон, огромное спасибо, как всегда, очень интересно. И до встречи в следующий раз. Спасибо, до свидания.